С вами канал Улица Москвы. Мы на Семеновском проезде. Сзади у нас вот осталась конечная проспекта Буденного, где ведется зарядка электробуса в настоящий момент. Туда вроде бы как сам проспект Буденного, вправо. По нему сейчас трамвайчик поехал. А мы пойдем по Семеновскому проезду в направлении путепровода. Вот это первая остановка автобусных и электробусных маршрутов, которые вот выезжают с этой конечной. Так, по правую руку у нас тут небольшой парк, также Семеновский. Так, 032. Что, трамвай не ходит, как я понимаю, тут пока что? Проехал этот компенсационный маршрут. Кстати, 32 давно уже не ходит, я заметил. Еще в начале осени он также не ходил, то есть уже еще полгода практически. Мы сейчас вот подходим. Ну, еще, наверное, не подходим. Там еще будет одна улица под названием Золотая. До вот этого путепровода через Казанское направление железной дороги. Также называется Семеновская. За ним уже будет госпитальный вал. Там вроде бы как районы уже располагаются Басманы или Фортово. Басманы — это центральный округ, как мы уже говорили, а Лефортово — юго-восток, как это ни странно. Хотя находится на востоке географически. А здесь мы пока что в Соколиной горе, в районе Соколиная гора. И сейчас, наверное, перейдем немножко эту дорогу. Посмотрим, что же за улица такая с названием Золотая. Может быть, найдем там золото, я не знаю. Хотя, мне кажется, уже все вымыли.
Там вроде бы как резервуары топлива располагаются для заправки тепловозов.